основа зависит от зрителя. Хорошо, я применю древние шаманские обычаи. Энки-баньки, энки-баньки, босс. Я не понимаю. И я ткнул экран и понял, что это пусто. Да уж, рандом рандомен. Скайрейл, почему бы нет? Да! Да! Как часто... Чисто грин. Очень многие чемпионаты старых глобалок решались... Именно на Скайрейле. Это ты выиграл, да? Самом сломанном уровне этой игры. Вот и не будем нарушать традицию. Очень напряженно. Соник чуть-чуть потанцевал, и ракета ушла без него. Очень иногда бывает забавно смотреть, как ребята уверенные в своих силах на этом уровне не берут чекпоинты. А потом это плохо заканчивается, и мы смотрим Скайрейл абсолютно заново. Ай, блин! Ай! Блин! Вот как-то так. Блин! Что-то уедет, но мы знаем, что это пока ничего не значит. Это таймстоп на много секунд. Сони, кстати, тоже не берет чекпоинты на случай, что если Шэдоу допустит ошибку, то у него не будет шансов очень быстро откуда-то вернуться. И подожди. В Скайрейле очень... Скайрейле такой финиш, мы, думаю, не раз видели падение на финише. Но это значит, что счет становится 1-1. А это значит... Что нас ждет Versus Treasure Hunting! Выбирайте этапы любые, в принципе. Можно по той же схеме, что Versus. Один этап выбирает один участник, второй этап другой участник. И сейчас мы будем наблюдать на сцене невиданный вид борьбы со два. Имейзер играет на Наклзе, Каллиста играет на Руж. Кстати, опять же, не все знают Садва, вот ты проговорил про тот сложный уровень, давай ты немного поговоришь про этот замечательный мод. К сожалению, я не так уж много могу рассказать про Treasure Cutting, потому что я его не люблю. Внизу у нас. Поэтому ничего я вам не скажу, вы и так все видите. Кто первый нашел, тот и взял. И Каллиста уже победила. Но это только первый раунд. Я не понял, как это случилось, но надеюсь, вы были более внимательными. Ну это бред. Хотя бы три хочу. И это Pumpkin Hill. А можно поставить музыку с Pumpkin Hill? Она ведь потрясающая. А я напоминаю, мы так сидим и смотрим, а ребята за кубок бьются. И уже каждая секунда может оказаться решающей. Где же вам? Умер. Убей ее! Руч продолжает копаться. Да! У нас есть победитель по Садва. Я приглашаю сюда Зака. Зак. Да, он пытался.
Ты все равно молодец. Молодец, все равно. Ну ты же это правильно тогда обрезал, это просто было охеренно. Я слишком зафейлил этот раунд, пиздец. Так, а самое ничего интересное. А где кепка? А где моя кепка? Я тоже отдал. Немножко. Блин, мы я не знаю. Это второе место. Это настолько почетнейшее второе место. Пойди. Несмотря на то, что финалы по Sonic Adventure 2 шли дольше, может, были не такими динамичными, как финалы по... Было больше. Sonic Riders, они были настолько напряженными, что Калиста до сих пор не может отдышаться. Скайрейли. Отличный отыгрыш, и да, за два... Ну, можно много говорить про эту игру, но кубок ты за нее самый большой. Но сначала мы хотим кое-что сказать еще, даже не столько мы. Второе место. В замечательной дисциплине Sonic Adventure 2 награждается призом и вашими аплодисментами Amazon. Это был очень крутой отыгрыш. Это действительно новое лицо в наших со-2 батлах. Это второе место, это очень почетное второе место. Да, это второе место не на глобалках, а на Super Sonic Коне. Именно поэтому мы награждаем второе место. Зак просто в шоке. Ну, он просто... Ну и ладно, у нас есть еще один действительно чемпион СНГ и России по дисциплине Sonic Adventure 2. Это... Она прошла всю сетку лузеров, она туда упала практически сразу. И, собственно, это показывает, что даже если вы упали, вы можете встать и все равно выиграть. Мы вручаем очень большой кубок Калисте. Ой, у нас еще тут еще много хочет что сказать, например, Меф. Вот, слышно? И в завершение Суперкона ты получаешь от нашей группы Sonic Adult Characters эксклюзивно 3DS. Но и это еще не все. Все любят со-2. Вот, так уж вышло, что мы тоже очень любим игры. Мы, на самом деле, здесь соседи, просто видели, что вы очень любите играть. Мы немножко отличаемся тем, что вы играете не на компьютере, а играете у нас в реальности. У нас квест в реальности Lost Rooms. И наш официальный партнер Red Bull, и, собственно, Lost Rooms дарит еще ящик Red Bull победителю. Потому что энергии, я смотрю, хоть отбавляй, а любой необычный спорт мы поддерживаем. И от нас еще наш фирменный силиконовый браслет. Поэтому, ребят, если кто-то еще захочет поиграть вживую, собственно, приходите к нам. У нас сайт называется lostrooms.ru. Ну и если, главное, крепкие нервы, у нас очень боятся. Да, если есть какие-то вопросы, обращайтесь вот к этому замечательному человеку. А теперь Калиста будет играть в со-2 еще быстрее. Давайте, ребята, еще много аплодисментов. Но и это еще кто-то не все. Кто-то должен был это сказать.
Она, кстати, тоже мне такое сказала. Да, мы хотим еще наградить людей. Мы сегодня всех награждаем. Пусть никто не видит. У меня реально в голове это было сказать. Ну, сразу вопрос, собственно, с Илона Блэк и Аника Тау. Здесь присутствует в данный момент? Илона Блэк и Аника Тау. Заходите, пожалуйста, сюда. О, пожалуйста. Мы, собственно, тут вот с междусобойчиком провели в той дальней комнате чемпионат по Pump It Up. И вот эти две прекрасные девушки заняли первое и второе место. Похлопаем им. Итак, Илона, ты заняла первое место. Выбирай любой из этих призов. Какой тебе больше нравится? Покажи всем. Это метал. Ну, микро метал. Другой, да, побольше, да? А, морали, ну, побольше твоего. Команда яйценосца. О, я хотела с караоке выступить с песней Сингбука продуктора Яйкина. Сейчас, где он мне? Вот. Слышь, я нашел. Супер мышца! Летучая мышца, да. Гигабайт? Девушка, вашу книжку искали, стикербук. По-моему, она ваша. Я когда спрашивал, вы сидели там, правильно? У вас была стикербук ваша? Вообще-то не моя. Нет? Я ее видела, она лежала. Чья же она? А Умберто же ушел?
Ну они ее там, наверное, оставили. Ну, короче, она у меня. Я если что, ему передам. А? А. Ну, в общем, я говорю, если... Найдется, наверное. Найдется, да. Если в потеряшках, обычно отпишутся, кто что это оставил. Ух ты, вот это офигенно сделали. Разрисовали да. Вообще. Раз цвет хороший. Так, еще тут. Блейз, конечно. Twilight Storm будет довольна. Точнее, Оля. Так. Так. Значит, так. Мы завтра всю берем нашу компанию. Едем на ВДНХ. Чё? Зачем? На ВДНХ едем. Когда? Выставляем про консоли, короче. Когда? Ну, где-то... Всякие Atari. Во сколько? Ну, что там? Надо догуляться на этот час. Можно часа. 7 месяцев погуляем. Давай. Сидим. У тебя сколько выезжать? Нет. Шестого. Что? У меня завтра поезд в час дня. Да, вот чё. Это крайне хорошо. Вот чё. Можно, конечно, его проводить, как бы. Рейсер неплохо идет, рейсер сейчас будет заниматься тем, что мы будем собирать. Вот фигня. Так, короче, дожидаемся конца коммента и решаем уже. Да, да. А вы еще учтите еще один момент. У меня телефон, да, сейчас в симке у меня московской, нет, я еще не купил. Контакт выйти можешь? Из дома, там, где живу. Забить. Вот только положим. Так, давайте посмотрим вместе. Где у меня все такое? Он проиграл по очкам, он победил по времени, он проиграл по кольцам, проиграл по тотальным кольцам, выиграл по телевизору, но все равно 2-3 победил гигабайт. Но только на этом стейдже у нас 4. Да.